Еще осенью прошлого года появилась информация, что компания Qualcomm приступила к разработке флагманского процессора следующего поколения, чипа, который сейчас фигурирует под обозначением Snapdragon 855. И вот теперь сетевые источники обнародовали новые данные об этом изделии. Сообщается, что процессор будет производиться по 7-нанометровой технологии. Массовый выпуск чипа намечен на начало следующего года. По всей видимости, Snapdragon 855 получит не менее 8 вычислительных ядер. Производительность по сравнению с чипом Snapdragon 845, если верить имеющейся информации, вырастет примерно на треть. В состав новинки, как отмечается, войдет передовой модем Snapdragon X24 LTE, представленный на этой неделе. Он теоретически обеспечивает возможность загрузки данных через сотовую сеть со скоростью до 2 гигабит в секунду. Одной из первых, как ожидается, процессор Snapdragon 855 возьмет на вооружение компания Samsung. Чип пропишется в смартфонах и фаблетах Galaxy топового уровня. Добавим, что Qualcomm является одним из ведущих разработчиков мобильных процессоров. В прошлом финансовом квартале компания получила 6,7 миллиарда долларов США выручки, что на 1,2% больше показателя годичной давности. Непосредственно полупроводниковый бизнес принес вендору 4,65 миллиарда долларов США.